В Ленинском управлении ЗАГС в городе Видное состоялась очередная торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации юным жителям Ленинского района. С получением первого документа ребят пришел поздравить глава муниципалитета Валерий Венцель. Сегодня вы уже становитесь чуть взрослым. Я от всей души хочу вам пожелать в первую очередь крепкого здоровья, пожелать, чтобы вы перед собой ставили очень амбициозные цели, добиваться поставленных результатов, не бояться ошибок, потому что благодаря ошибкам мы становимся сильнее. Традиция вручать паспорт уже давно существует в некоторых субъектах Российской Федерации. На эту церемонию, помимо ребят, приглашают их друзей и родственников. Из рук главы муниципалитета в этот день получили свой главный документ 8 жителей Ленинского района. В память об этом событии ребятам также подарили Конституцию Российской Федерации и памятный подарок – обложку на паспорт, выпущенную лимитированным тиражом. По окончании церемонии к ребятам обратился один из родителей. Пройдет совсем немного времени, когда вам предстоит выбрать будущую профессию, специальность, найти себя в жизни. Придется принимать трудные, ответственные решения какие-то. От лица всех взрослых, ваших родных, близких, мы вас поздравляем с этим знаменательным событием. Удачи вам! Теперь у этих молодых людей появятся и новые обязанности, и новые права. И, как выясняется, многие ждали получения паспорта с нетерпением. Вот есть уже какие-то планы, связанные именно с использованием паспорта? То есть как-то будете уже его юзать? Ну, хотелось бы путешествовать уже без родителей, поработать. А где поработать, если секрет? Чем заняться, как, что? Ну, грузчиком там, я не знаю, где еще. Клубнику собирать. Закончилась церемония небольшим концертом и фотосессией с главой муниципалитета.